Всем доброго, хорошего дня! Всех приветствую на своем канале. Сегодня мой фотосюжет, слайд-шоу посвящено Руану. Это был визит в Нормандию, был моим вторым визитом во Францию. Первый раз мне посчастливилось побывать на юге Франции, Перпиньян, Каркасон, и поэтому это, вот знаете, путешествие с юга на север, как два разных мира. Когда я была первый раз вот на юге, я хорошо помню, что мой спутник мне говорит: ну-ка, прочитай вот это вот название. Я так мучилась, пыталась там по-испански, по-английски логику включить, по-русски, и никак. И вот он мне читает, я думаю: боже мой, вообще я так настолько далека от понимания французского языка. И вот когда я приехала во второй раз во Францию, я уже немножко была подготовлена. Поэтому, бегая в аэропорту, например, там в поисках выхода, я помню, иду, тороплюсь, и дети какие-то, подростки, бегут и кричат: «Экут, экут!» Я уже так понимаю: «О, ну я же уже понимаю, что они говорят». Ну, то есть как-то было уже чуть-чуть полегче в этом смысле. Так вот, Нормандия. Это, конечно, волшебная страна. Про нее у меня уже выложен отдельный сюжет для тех, кто не смотрел. А Руан, конечно, да. Отличный, замечательный, диковинный город, где много есть что посмотреть. К сожалению, я была там только один день. Хотя на самом деле очень-очень хотелось бы вернуться и еще там поплутать по этим улочкам старинным. И вот это вот слово «фахферворк». Ой, господи, опять, наверное, неправильно сказала. Эти вот домишки в этом стиле. Ну, все очень замечательно. Я даже не знаю, что мне больше понравилось. Окрестности Руана или сам Руан. Ну, все было просто очень чудесно, волшебно и прямо, знаете, так вот фантазийно. Смотрим.